Только что у нас была фотосессия для елок в Санкт-Петербурге, премьера. Пока часы 12 бьют. Замечательные елки с успехом прошли уже в Москве, в ЦСКА. Маша у нас в роли такой волшебной, красивой снегурочки доброй. И Леша играет ученого кота, тоже позитивную, добрую роль, который спасает город, как всегда. Новый год наступает, дарит всем детям праздник, улыбки. Замечательная сказка, приходите. Ждем вас с нетерпением. С 5 по 8 января. Не пропустите. Снежинку хрупкую спрячь в ладонь, желание загадать.